Теперь Тим говорит, ты заебал, я только порнуху гуглил. Да, она сама пришла. Добрый вечер. Кто не спит? Всем, кто не спит, добрый вечер. Чё делаете? Чё мутите? Блядь, ноль зрителей, блядь! А чё делать? А чё с этим делать? Кто знает? У кого совет есть? Тимур, ты знаешь? Тимур, ты стримил? Ноль типов пришло. А говорит, вообще-то сейчас мы очередь подрубали, говорит. Ты выдумай мной расписание не смотришь? Братан, ты бы моё выдуманное узнал сначала. Оно у меня вообще хитрое, я сам в нем не разберусь. Помог бы мне. Назови стрим в честь ДР Данте. О, Данте ДР? Что ж делать? А что с утренним стримом делать тогда? Я планировал назвать стрим «Долгожданный подкаст». А когда у меня бы про него спрашивали, я бы отвечал, что наебал. Ага. Стрим дальше, все получится обязательно. Лизрета, спасибо, что даешь сил. Спасибо, понимаю. Буду стримить, буду стараться, не опускаю руки. Go Elden Ring, ничего себе. Эта игра еще играется? Да, собственно, тихо посидим. Кто никому не надо, тот не придет. Для своих стрим, для чужих стрём. Кому надо, тот посидит. Че? У меня, короче, скачанные коты. Я не знаю, сейчас будем начинать или не будем их начинать. Может, сейчас что-нибудь посмотрим лучше, уже поздненько. На пару часиков что-нибудь посмотрим. У меня есть коты, у меня есть White Spirit, у меня есть White Horse. Еще какой-то... Еще Sayonara Boys. Вот такие вот вещи. Можем что-нибудь посмотреть. Или я могу в свое удовольствие запустить Rogue Legacy. Я это сделал. Сорян. Сорямба. Если что, музыка для ютуберских, нон-копирайт, слушать можно, уши затыкать не обязательно. Макс, фигурки. Что фигурки? Что фигурки? Еще нет пока возможности сделать нормальные... Ой, бля, аукцион. Угу. Стрим на Казахстан поставил? Что это значит? Эпидемию просят, вы что, гоните? Не может быть, нет. Давайте что-нибудь еще придумаем. Мы же там что-то еще хотели посмотреть. Давайте Кловерфилд смотреть. Go Кловерфилд, душица. Тимур, ты будешь Кловерфилд смотреть? Так, тихо. Чш. Коля обещал сегодня... Тихо всем, сука. Чш. Коля обещал школу и не подключил. Ай-яй-яй, а что он спит? Steam? Так вот как можно было. Можно было так? Так, выбираем сохранение. Наше. Продолжить наследие. Мне похуй, я просто сыграю одну. Заебись, брат. Тисяндру пиво вскрыл. Не поздно? На 11 часов. Хотя нет, самое время. Так, что у нас там? Что-то было? Что купить не можем? Что-нибудь? Что это за хуйня? Как я этим буду играть? Так, ты на квейк не придешь? Турнир числа 3-го. Да на самом деле можно. Я бы посмотрел. В смысле, утренний. В смысле, а у тебя сейчас что? Ой, на кого пойти на фестивале Тамань в Новороссийске? А кто выступает? Какой выбор? Выборка. Знаешь, на прошлом стриме ты сказал, что не онвайт хуйня, мне это не понравилось. А потом ты сказал, что было бы классно, если я в бургер плюню цели. Так что мне понравилось. Дай мокро, немного противный опять. Слушай, я ничего про неинвайт плохого не говорил. Я просто мысль выразил одну, небольшую. Так, что, я просто, короче, иду убиваю. Я уже... А, подожди. А чё же я такой маленький? Чё же я такой малюсенький? Я уже не помню, как в эту игру играть. Бля, мне надо читать чат или играть в это говно. Надо было читать чат. Я вот тоже придумал. Так, погоди-ка. Я могу, по идее, вот так вот, да? Все отлично. Угу.
Есть. Если смогу. И кто-то тебе на телефон долбит. Кто это мог быть? Секунду. Дайте я еще посмотрю. Дайте я еще в чат посмотрю. Две секунды. Ага. Максим, давай кота за жопу не будем тянуть. Когда начнем смотреть. Не знаю, может быть на Твиче? Или здесь? Или будем делать голосование. Фильм или какая-нибудь из игр этих. Neon Whites, Sayonara, Boy, Stray. Не знаю. На самом деле пару часиков посидим, не больше. Мне потом придется, вы не поверите, уехать по делам. Фильм? Я за фильм. Лично я за фильм. Да, Ярик, конечно. Что за прикол с дыней? Покажите ему, объясните ему. По-моему, Смикет хорошо показал про дыню. Ого. Ого. Все тебе, другим ни копейки? Стоп. О, спасибо за контент. Тебе спасибо за контент. Сейчас я приду. Не, никто ничего важного не пишет. Так, сейчас дайте мне одну забомбить. Сейчас один раз прочитаю, секунду. Я быстро проиграю все равно. Так, как в игру играть? Вот так вот, мышкой что ли? Так, вот так, оп. Сейчас все вспомню. О, хорошо пошло, сейчас все вспомню. Ага. О, никуда не вижу, никуда не смотрю, ничего не вижу. Да, я, бля, делаю. Ага. Хорошо, хорошо. Здорово, замечательно. На самом деле маг сильный, ты глянь. Бля, что происходит? Тимур, ты будешь смотреть кино? Ты будешь смотреть Кловерфилд? Мы смотрим Кловерфилд, я правильно понимаю? Опа! Опа! Слушай, как легко. Замечательный маг. Что этим надо? Да, говорит, можно. Да, можно. Что там фестиваль в Новороссии? Тамань! 11-14 августа, 16 августа на России центральный стадион. Фестиваль Тамань. Расписание фестиваля. Good Times, Аркона, Йорш, Наив, Вадим, Самойлов, Кипелов. Это все что ли с 23-й школы, которые у нас? Ну понял, этого знаю. Слон, Кис-Кис, Люмен, Эпидемия. Люмен, пиздец. Они, по-моему, вообще местные тоже. Из 23-й школы, нахуй. Кто-то вообще такие. Какого августа, спрашивают, ему идти? Родопи, Кикрокс, Ангел-Хранитель. Ну, наверное, сюда. Сукачев, Что, подожди? Ангел-Хранитель, Горшенев. Что это за хуйня, бля? Вы что там? Сатанисты, ебаные. Чем вы там заниматься собрались? Раванна, Сайпинг, Смех, Три дня дождя, Два. Тва. Три или два, блядь, определитесь. Радио Тапок. Ну, понятно, понятно, ясно. Ну, 13-го иди. На Ангела-Хранителя Горшенева. Так. Три-ти-ти-ти-ти-ти. Какой Neon White, у тебя реакция как у мангуста, надо больше тренить, бро. Так у мангуста ж охуенная, что ты несешь. Куда больше тренить? У меня больше реакции у людей в принципе нет, чем у меня. Ты видел, как я в ОСУ играю? Угу, привет всем. Привет всем. Всем здорово. Так, мне нужен донатский сайт. Угу. Давай. Заходи. Так, Тимур, можно я тебе позвоню? Ты не стесняешься? Ты сейчас свободен? Ой, ребят, не торопимся. Да. Алло. Здорово. Здорово вам.
Ой, блядь. Love Dick and Shiny. Так, сейчас, подожди, сейчас я просто прочитаю донаты. Что они имеют в виду? Что эти люди имеют в виду, когда мне пишут? Так, нет, говорит, тебе спасибо. Мне за что? Я ничего не сделал. Спасибо, спасибо. Посмотри, ебучий случай игру Game Deck. Ну, давай попробуем. Игра хорошая, играешь за детектива, расследуешь преступления в виртуальных мирах. Ой-ой-ой, ну давай. Откуда все эти игры взялись? Вроде не было, не было, как в коньме полежал. Угу. Вот ты знаешь про все игры, а потом тебе говорят, а потом, как будто бы про все слышал, а потом они вдруг все оказались другие. Я говорю, это прошло слияние миров, как в Человеке-пауке, блядь, один в один. Появились игры с параллельных вселенных. Ты видел сколько? Мне надоели эти животные, они постоянно попадаются. Дима, скинь мне тот ТикТок с толстым гусем, я пацанам покажу. Вы видели когда-нибудь такое? Это ж вообще пиздец. А ты видел, какого крутого кота Дима скидал? Ну-ка, нет. Так. Он тебе вроде скинул тоже. Брат, может, Астерикс и Обеликс миссия Клеопатра? По Вене, говорит, пустим. Давай добавим голосование. Итак, у нас Кловерфилд, Астерикс. Все тебе, другим не копейки. Спасибо за контент. Спасибо. Максим, дорогой, спасибо за стрим для ютуберских. Мы для тебя и чужие, но ты для нас как родной. И или не? То ли я читаю как дурак, то ли пишут мне так. Угу. Ну ты смотри, тут вариантов на стрим немного. Либо смотрим «Женщину-арбуз», либо в 6 утра... А, точно, там же есть такая. В 6 утра выходит гача дрочильня с аниме-бабами. Го выбивать вайфу. Че за гача? В 6 утра? Рано, слушай, ну... Мне кажется, одни гачи дрочильня с аниме-бабами больше, чем всех остальных игр вместе взятых. Ну да, невозможно в 6 утра каждый день. 7 дней в неделю выходят. Но я бы посмотрел, что ты имеешь в виду, что за гача, Макс, жизнь страшна, в Одессе уже авианосец НАТО. Боюсь представить, что будет дальше. Что он там делает? В Одессе? Бля... У нас уже на прилавках, магазинах появляются какие-то украинские продукты, походу, блядь, там от тех мест, где отжали. Господи, ужас. Че за, бля, в Одессе авианосец? А что ты боишься представить? А что будет дальше? Что это значит в Одессе авианосец? Поплавал туда-сюда. НАТО это, блядь, серьезная контора. Так, ладно, понятно. Серьезные ребята. Астерикс. Так, сейчас будем. Это что, видосик почему, какой-то? Почему все тебе в дискорде? Джо Байден. Постоянно это происходит. Kick up in the doctor. You have to heal. Your life is to heal. To heal from now, from to heal. You kick up. Так. Мне нужно то животное, это не то. Это не то, но этого раньше тоже не было. Мне надоело. Я реально, ну как все детство читаешь эти книги, бля, я познаю мир. Смотришь эти документалки, блядь, от National Geographic. А потом оказывается, что вот эта вот ебатория всю жизнь существовала. Да не было его никогда. И он говорит, в 2012-м по календарю мая у нас слияние произошло. Это все другая параллельная реальность. Вы видели, что у них попадается? Вообще такая хуйня, которую я никогда в жизни не видел. Бля, вот бы Дима мне этого толстого гуся задушил, я бы показал вам. Кто это вообще, блядь? Смотрит так. Я не поймал, ты ему нравишься или не очень? 10 из 10 животные пишут. Так, тут кот обслюнявился, тут Дима. Вот Дима. О, скинул. Вот это что за хуйня тоже? Когда такое было? А что это у меня видео так лагают? Это у меня так или что? Они лагают, как будто бы это какие-то файлы смерти, как будто я их достал от какого-то Пентагона, хакнул. Мне кажется, это видос просто что-то лагануло. Видос, да, беспонтовый? А ну-ка, следующий. Нет, прикинь, вот такая вот хуйня у меня с компом. Все болеет парень. И всех типает и трясет. Охуеть можно. Так, сейчас я попробую. Через другой плеер? Да, плеер, наверное, с ума сошел. Сейчас сделаем. Ну-ка. Открыть с помощью. Так, а вот так. Медиаплеер классика, это новые. Все, работает. Муви 43, что это было? Что это, блядь, за животное было? Это откуда? Это в видосе?
Идиотский видос. Котик хороший. Короче, но это минимум, это минимум. Я вот в ТикТоке у себя сохраняю животных, которых никогда в жизни не видел нигде, и вы тоже. Это, походу, не только с животными теперь работает. А ты ТикТок юзаешь через какие-то обходные пути, там, да, или как, или как? ТикТок, да, этот взломанный, типа. Жесть. Так, что тут надо не потерять здоровье? Я в шоке, давай. Я просто полетел на удачу. Нет, все, мне пиздец. Ай-яй-яй, не потеряй здоровье. Так, ладно, пошли вон отсюда. Пошли, пошли, пошли. Я хорошо полетел, прям. Спасибо. Да, да, да. Я прям просчитал, продумал план. Вот я начинаю здесь, заканчиваю там. Сука такая. Все, меня сбили. Я сначала был в этой в пульсации. В моменте. И меня сбили. Все хорошо. Слушай, а ты эти платформеры в целом любишь? Да. Да. Я просто думаю, может тебе какой-нибудь этот бы понравился. Ты Switch ненавидишь? Или типа того. Что за Switch? Ну, типа нинтендовский вот этот. Там же выпускается куча всякой хурмы. Или тот же Steam Deck. А мне это больше рогалики, чем платформеры. А-а-а. Платформеры меня не интересуют. Ну, здесь так вот платформеры, ну вот ладно уж. Так уж и быть, поиграю вот так вот. Не, а как назывался тот рогалик, который вышел еще типа только на плойку в начале, вроде на показ будет выходить. Где ты играешь за какую-то женщину, типа. Транзистор? Она в 3D прям была. Не знаю. Скажи мне лучше ты. Returnal, по-моему, да, вроде бы Returnal. Так, что как будем настраивать голосование? Я бы сделал в чате по циферкам 1-2. Но это надо просесть, прописать команду. Из чего мы выбираем? Мы определились? Значит так, я пишу Cloverfield, я пишу Астерикс и Обеликс. Обелиск, блять, Обеликс. Только два будет варианта? А? Только два варианта будет? Нет, если что-то еще есть. У нас ничего не было больше, так придется так, короче, сделать. Там, по-моему, какая-то трешетня была совсем уж. Озвучь донат, плиз, для нарезки. Да, сейчас сделаю. Опа! А так? Слушай, мне маг устраивает. Хороший, бля, персонаж. А он не считается тут типа имбой для лохов? Нет, вообще такого не было никогда. Я так не говорил, не считал ни разу. Опа! А ты плохие парни, ты посмотрел мультик, который? А, нет, кстати, нет, можем добавить. А что ты смотрел, что ли? Не, не смотрел. Че, говорит, пацаны, делаем 50 на 50? Не два варианта. Давайте еще накинем. Слушай, а 33 на 33 на 33, это же не получится, там все равно куда-нибудь да уйдет. Сотая. Да, сотая будет. Не поделятся, три команды это слишком. В спину, мразь. Оба. Пиздец. Она меня убила. Это что? Мера Лахесис. Блять, кто я? Лахесис? Я нахуй? Лепесток лотоса? Мне не нравится. Что делает? Искусственная реликвия. Враги, побежденные с помощью критического удара, восстанавливают 6% от вашего максимального здоровья. Подожди, ого. Ого. Ну-ка. Проверим. Работает или нет? Работает. Здесь вариантов. Типа вот шмоток всяких вот и подобного. Ну, то есть насколько потенциально тебя может затянуть эта игра? Ну, шмоток на самом деле не так уж много. Скорее вот древо прокачки, вот то, что ты фармишь золото за каждый забег, а потом его тратишь на усиление, вот там влияет. А шмотки такие, ты можешь, их тут тебе ограничения сделали, что ты за проходку не можешь больше там 4-3 сделать себе. Иначе будет невыгодно. Уровни рандомятся, да? Ну уровни рандомятся, да, тудым-сюдым, но вообще в основной прикол вот в то, что ты деньги эти делаешь. Делай деньги. Итак, на выбор уже три вещи, хорошо.
Камерный душный фильм смотрели. Этого пока делать не будем. Друзья, какой он был? Какой он, какой фильм? Да. Связь. А, точно. Хорошо, слушай, я видеться могу и тудым, и сюдым. Хороший забег, походу. Увеличим хп. Хилиться же можем, правильно? Как хорошо. Ваш прыжок активирует полет, но вы получаете на 75% больше урона. Я рисковый. Связь? Фильм только начался недавно. Только начался. 15, да. Связь был неплохой фильм на самом деле. Тищ! Вот это хорошее. Вот это хороший предмет. Мне кажется, он плохо постарел. Типа... Да, он херово постарел, херово. Да ну нахми, блядь, плюс 75% урона мне скелет сделал. Ебать, ты теперь феечка Винкс? Да, жесть. Блин, вот эта фигня должна не на мага выпасть, вот эта вот летающая тема. Это невыгодно, им стрелять невозможно. Во-во, на лучника это бы вообще было, зашибись. Хотя я вроде неуязвим, если я правильно понял. Главное сейчас от силы с ума не сойти. Как Танос. Кловерфилд это... Бля, это тоже, кстати, относительно камерный фильм, считай. Относительно, да. Относительно, да. Кстати, может он так же хуёво постарел, может он такой же душный. Я не знаю. Я его смотрел года два назад, может, что такое. Он в целом смотрелся нормально. В порядке, да, с ним? Ну, вроде да. Ух, слава богу. Как ты его будешь смотреть, если ты его смотрел года два? Да, назад, нормально. Так, ну-ка сюда здесь. Нормально? Если бы я смотрел только фильмы, которые я не смотрел, я бы очень редко смотрел, мне кажется, в фильмах. Человек кусает собаку, что-то знакомое. Бивень? Нет. От солнцестояния это единственный фильм, от которого мне стало физически хуёво. Вот прямо хуже некуда. Это вот первый тяжелейший фильм из ряда тяжелейших, которые я посмотрел, я подумал, нахуя такое вообще делать? Кому в голову придет? А24 любят такое спонсировать. Кто-кто? А24, это типа компания, которая финансирует всякое кино. Да, вот реинкарнация у них такая же пиздецки душная была, если честно. Реинкарнация мне не понравилась, душноватая. Но вот этот самый, солнцестояние тоже не веселый, не динамичный, ничего такого, просто от него просто хуёво. Как они при свете дня сняли триллер, ужастик, ощущается просто... Я его не смотрел, мне кажется, он как плетёный человек будет примерно. А, ты не смотрел солнцестояние? Не, как-то не дошли руки. Фух, да я даже не знаю, такое советовать стоит или нет. Ну, я думаю, я же летаю, ёбаный в рот. Я же летаю, катализатор. Не, мы не можем ничего брать, у нас 100% уже. Это какая-то личка, я не могу. Ой. Так, что у меня, закончились? Не, бивень, по-моему, пиздец говёный. Говёный, трешак чистый. Основанный на шутках, на из подкаста. Что такое там было, по-моему, по описанию? Да, не, это вообще трэш смешной. Давай, убей меня, блядь. Не жалей меня, блядь. Давай, убей! Мне этот полет вообще не помогает. На магии полет вообще не то. Человек кусает собаку. Познакомьтесь, Бен, серийный убийца, насильник и вор. Очень симпатичная личность. Образован, начитан, играет на музыкальном инструменте, любящий, заботливый сын. Одним словом, примерный член общества. Иногда бывает, конечно, засидится в местном баре, но примет лишнего, но с кем не бывает. Зато он запросто может выдать сесть за столом в ресторане «Белый стих», что такое? Или просуждать о влиянии красного кирпича. Где ты это читаешь? Это такое описание? Это на Кинопоиске. На Кинопоиске какой-то писал какой-то, бля, обыватель, что ли? Доходяга, блядь. Я так и не понял, про что этот фильм. Я тоже, описание вообще... Знаешь, бывает, трейлер включишь, и с первых двух секунд ты понимаешь, что ни трейлер, ни фильм ты не смотришь. А-а-а, где же я? Блядь, этот полет мне всю мазу портит. Нахера я его взял? А ты бы хотел уметь летать в РЛЭ прям? И получать на 75 урона больше тоже? А сейчас сколько ты урона получил? Сейчас пока, ну слушай, у меня пассивные есть дэмэдж от курения.
Опа. А так, а полет? Полет не даст умереть. Опа. Хорошо. Тимур, не знаешь, что такое белый стих? ЧЗХ, ты, кстати, не знаешь, что такое белый стих? Не, хз. Меня прошло. Я в целом по прозе больше. Может, я так смогу оправдаться. Это же правда. Коля, нам говорят, что ты школу прогуливаешь, кстати. Белый стих, он же стих в конверте. Это когда официально по документам заверили его. А-а-а. И в конце месяца... Я серый стих, говорят, опасный. Не, ну обычно все по черным, чтобы, знаешь... Чтобы мимо инстанции. Куда я лечу? Я же вообще правильно лечу? Mm-hmm. Так. Да, правильно, куда? Есть. Убить Билла. Ой, мне он и тогда не был моим любимым фильмом. Я сейчас что-то сомневаюсь, что я захочу его смотреть. Я, конечно, извиняюсь, любители этого. А какой у тебя любимый фильм у Тарантино? Фуд-фетишиста. Как... А, Тарантино? Да, нормально. Да, нормально. Фетишист ёбаный. А фильмы нормальные, в принципе. Мой любимый фильм у него – это Mad Max. Ну, в принципе, всё. Что? Так а чё, мы больше вариантов не набрали? Без Mad Max это Миллер снимал, не? Миллер? Ну, как, как конфетки? Не, ну бля, это самое. Ну, не, нормально. Мне вот Тарантино нравится. Половина там его этой дискографии, фильмографии мне у него вообще устраивает. Опа, а вот так. Так, Оля, я понял, это шутка про расизм, про белые и черные стихи, я понял. Типа расизм, я понял. Так раз. Ой, блядь. Ну когда же я умру уже, давай. Маяк? А есть настроение на маяк? О нет, О нет, ребят, давайте не маяк. Блядь, что-то не могу убить скрита. Мне такой хороший заход был бы на любого перса, кроме этого. На любого. Может, заводной апельсин? Ой, он же долгий прям, типа. Не. Ну а посмотрите, есть ли у меня какие-то сохраненные вещи. Если нет, то будем выбирать уже из чего есть. Хочу глянуть хотя бы типа трейлер или собака кусает человека. Ну давай. Вы все подохните, ну-ка, давай. Нет, сделаю я. Готов. Блин, я бы играл серьезнее, если бы время не поджимало. Мне нравится эта игра, ничего не могу сделать с собой. Ай. Максим, не слушать мнение чата. Такие пупсиковые вещи советуют. Говорит, каждый второй дохуя кинолюбитель. Реально, почему если советуют, то советуют какую-то вообще ересь. Вот бы, бля, услышал хоть раз какой-нибудь, не знаю. Вон, 1+1. А говорит, не слушай чат, там некоторым и 1+1 нравится. Коля, сука. Что-нибудь хайповое. Коля, 1+1 как говнище. Бля, ну. А бывает такое, прочитаешь сообщение и понимаешь, зачем? Зачем ты прочитал сообщение? Зачем я это сделал? Почему я продолжаю? Steam пишут 1+1 норм фильм. Хайповый фильм хочу. Хайповый? 1+1 фильм, знаешь, нужно быть в таком беззаботном, счастливом настроении и состоянии, чтобы посмотреть его с удовольствием. Хайповый фильм — это какой-нибудь хоррор, типа «Монашка». Кому там такое? Сопереживать? Кому там сопереживать? Миллионеру, нахуй? Миллиардеру, блядь, инвалиду? Кому там? Или негру, блядь? Дебильный фильм, конченый. То есть два персонажа абсолютно отталкивающих. Сейчас я посмотрю. Хоть Коля где-то будет уравнение. Формула идеального кино? Да, Зайцев плюс один, больше 1+1, но равно... Такс, Макс, жить страшно. Ага, вот это уже, да. Привет, любимый стример, спасибо, что подрубил. Но я в поезде еду, интернет пропадет скоро. Подскажи, чем тут заняться можно в душном и вонючем плацкарте, если ты один? Люблю. Ох, брат, если ты не заготовил аудиокниги или PDF-ки, если тебе некуда присоединить телефон на зарядку, или у тебя нет портативной какой-нибудь PSP-свеча, делать тебе совершенно нехуй. Закрывай глаза, фантазируй. Мечтай о том, о сём. Только не эротическое. Смысла мало в этом.
Можешь пощекотать все ноги, торчащие в проходах, как говорят. Так. Нехуй, говорит, что в поезде делать? Нехуй там делать, это как тюрьма на колесах. Так. Шараут Тайдана, шараут Шигей, шараут Цифра. И всем остальным цмоки. Максимыч, дыню кушал? Нет! Нет, я не ел дыню. Сейчас я покажу вам кое-что про дыню. Смекет. Смекет говорит, что вот это, когда похавал арбуз. Арбуз. Она говорит, а вот это, когда дыню. А Смекета... Смекета слушать надо. Так, все готово. Блять. Слушай, ну честно, первый тоже не особо счастливым выглядит. Ну этот хера он везде сиськи дорисовывает, это все вот. Блять, ебатори, вот зачем? Сукен. Ну вот этот хороший же рисунок. А. Слушай, это вот эта дыня, когда по ней не постучал, типа. Да, да, не проверил дыню. Да. Базы, это убери. Пизже, чем дыня и арбуз, это какой-нибудь, не знаю, виноград. Мандарины. То же самое. Мандарины, виноград, все это пиздатое. Все это очень хорошие вещи. Так, сейчас, значит, мы посмотрим трейлер чего? Человек кусает собаку? Да, наверное. Кусает собаку. Слушай, а какой-нибудь потенциальный типа дебильный хоррор современных, знаешь, вот это типа проклятие 15, проклятие черной монашки куклы. Да, нормально, нормальная тема. Я... Бля, человек кусает собаку, черно-белый, ребят, мы же не будем смотреть черно-белый фильм. Мы, конечно, упоролись, но не до такой степени. А ну-ка. Ой, тихо. Это русский фильм, что ли? Нет, подожди, Притчер. Не русский. Еп, ёпта. Ган-ган! Стрельба пошла. А как мы это смотреть будем? Это что, французский? А как мы это будем смотреть? Обед нагишом? Обед нагишом, это пиздец всего. Ну ах, это только Ахмат мог сказать, да. Что это, бля, было? Почему звук как в унитазе? Что за ужас был? Нет, мы это, конечно, смотреть не будем. Пиздец у вас свет, вы реально циники. Ценители и циники. Так. Здорово, не планируешь залететь в 14-ю финалку? Там вышел мод на русификацию меню и всех перков. Вместе с переводчиком играть более чем комфортно. Мне сказали, что там нереально долгая сюжетка, и там апаться надо несколько лет. Меня это клинит, бесит, я не могу столько. Я столько уже не осилю просто. Не читай вслух. А, понял. Ага. 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 Типа у меня такой вопрос спрашивает, будто бы я этот шар, который взбалтываешь нахуй. А он потом... Я разбогатею. Да. Вот типа, слышишь, как на ярмарке приходишь к кукле ведьмы. Не знаю, что тебе сказать. Наверное, можешь. Хуй знает. Братан. Сейчас не на преступление подговорил. Да вроде не. А может, кстати, да, я даже не знаю, на что он способен. Он так спросил. Я не знаю, что он собирается делать. Смотря что ты собираешься делать. Но это странно. Все равно затея странная, братишка. Ты же не сумасшедший, ты же не маньяк. Плюй нахуй. Нахуй оно тебе надо. Ага. Да, я говорю, что-нибудь про женщин? Ну, это стандарт. Что-то не про женщин обычно не спрашивают, когда не читаю вслух. Привет, любимый песик Максим Смоленчик. Совсем как хуй, как, совсем не как хуй побритый. Спасибо, приятных рыцарев. Спасибо. Да видишь, не дают поиграть. Говорят, какую-то херь, включая какой-то фильм дебильный. Не нравятся им рыцари. Мне нравятся, им нет. А, рад тебя видеть. Возьми, пожалуйста, мои деньги. Люблю тебя. Спасибо за 57. Спасибо, брат. Спасибо за донат. Очень приятный донат. Как насчет «Невезучие» 2002 года? Смотрим трейлер. «Невезучие». По-моему, рыцарь очень залипательный. Да, мне тоже нравится. Подожди-ка, «Невезучие» — это про двух этих типов, которые пришельцы? Пришельцы про этих двух французов? Пришельцы, он 93-го года. Бля, ну он, наверное, совсем устарел, как говно мамонта. Вот этот, помните?
Бля, да, ну посмотри, это чисто Верка Сердючка. Чисто Даша Букина, блядь. Не, ну это такое невозможно смотреть на это. Нет, говорит, не будем. А где, кстати, мой нон-копирайт мьюзик? Это что, мы сидим как лохи втыкаем? Так, это я сейчас выключу по бырику. Что я буду брать? Я буду брать, конечно же, братишку-лучника. Я люблю тебя, Филипп Моррис, про крепкую мужскую дружбу. О, 666 зрителей. Я люблю тебя, Филипп Моррис, с кнопкой. Так, вот это все выключаем. С рычагом. Ну, погнали тогда голосовать.